Вот когда хорошо, тогда хорошо. Тула еще не по-зимнему, а по-осеннему теплая. Стадион «Арсенал», заполняющийся в эти минуты в ожидании матча 17-го тура. Мелбет, первая лига, последний тур первого круга. «Арсенал» принимает у себя дома в Туле родину. Осень не время родины. Есть проблемы, но потихонечку начинают после тренерской рокировки, после отставки Парфенова и перехода из второй команды в первую Франко Артиги набирать ход. Родные, посмотрим, сегодня очень интересно, поскольку команды атакующие, команды, которые проповедуют прежде всего футбол вертикальный. Сегодня Ткачев, Коротков и Макаров играют в старте. Макаров был дисквалифицирован. Атакует «Арсенал» на право передача. И удар, перекладина! Не было забитого мяча. Повтор, будем смотреть. Спасение Айдаров. Вот это начало. Об этом говорил в интервью пресс-службе клуба перед матчем опытнейший Артем Попов. «Арсенал» — это команда про первые минуты, про умение сразу включаться, забивать быстро и команду соперников сразу прессинговать и добиваться результата – это козырь «Арсенала». С другой стороны, родина в прошлом матче в Кубке против «Черноморца» также два мяча забила. Снова Килоян в штрафной. Во вратарской подача с фланга, Айдаров на ленточке накрывает мяч. Для кого сегодняшний юбилей будет победным или ничейным, мы узнаем в конце игры. Передача пока. «Арсенал» по-прежнему лучше и агрессивнее, и больше в штрафной соперника. Под удар забивать нужно! Не попал как следует Джонатан по мячу. Гелаян. Теперь левый фланг. Ишхан Гелаян, который в этом сезоне размочил свою безголевую серию. Полтора года не забивал. Хорош в последних турах. Сейчас с левой ноги своей родной, любимой, нетещиной, крутит мяч. Штрафной удар. Айдаров, добивание. И снова Старожук готов взлететь в тульское небо, не понимая, как не забили. Кайнов. Разрез. Касание. Левин. Здорово. Дальше Макаров. Рядышком удар в касание. И Айдаров. Там дождь, там скользкий мяч, да, или что? Дождя сейчас нет, но как-то интересно он парировал этот удар. Вот два поражения в этом году. Гелаян, да. Штрафной. Через себя. Коронква. И выше ворот. Это бисиклета, велосипед сейчас прокрутил в чужой штрафной. Никита. Удар и гол! Забивает Большаков! Забивает «Арсенал»! 62-я! Почему не радуемся? Почему Кирилл не радуется? 1-0! И, конечно, здесь проблемы, претензии должны быть у Айдарова к стенке, к самому себе. Ну, читался удар, вводящий Большакова в угол и достал мяч вратарь, но не потащил. 1-0 родина. Арсенал. Нет сил уже, Ткачев устал очень, это видно. Сергей, пора менять, мне кажется, человека. И удар по центру от Гордюшенко в перчатке Кокареву. С левого фланга попытка сейчас подобраться к штрафной. Удар с дистанции. Удали, мяч улетал. Нет. Успех может быть только один. И он сегодня за «Арсеналом». 1-0. Да, и жест Старожука, кулаки. И сейчас пошел к Артиге, не забывает о профессионализме. Сан Саныч, поздравляем «Арсенал». 8-й матч без поражений с 9-го тура. И всей командой в центре поля сейчас обнимаются красно-желтые оружейники. Спасибо всем. Всем пока. Смотрите «Мелбет» первую лигу.